Какой молодец, Дед Мороз, но это нужно подарок. Давай подарим мальчику. Малыши читают стихи и загадывают желания, а взрослые погружаются в детство. Улица Ленинградская стала центром притяжения всех, кто верит в чудеса. Мы прибыли на Ленинградскую улицу, чтобы поздравить всех жителей Самарского района с наступающим Новым годом. Подарить много счастья и улыбок. Дед Мороз и Снегурочка традиционно приезжают на пешеходную улицу Ленинградскую, чтобы вручить самарцам сладкие подарки и поднять настроение. Интерактивные игры с главным новогодним волшебником и его внучкой будут проходить всю неделю. Жителям района это нравится. Многие уже специально приходят на улицу Ленинградскую, зная, что в предпоследнюю неделю, в преддверии Нового года, такая программа состоится. С удовольствием общаются со сказочными персонажами и получают подарки и хорошее настроение. Предновогодние гуляния проходят и во всех дворах Самарского района. Встречать праздник зимы с соседями, друзьями и знакомыми во дворе стало доброй традицией. Настроение у нас прекрасное. А пришли мы здесь провести новогоднюю елку. Дед Мороз и Снегурочка пожелали детям и их родным здоровья, благополучия и исполнения самых заветных желаний. И, конечно же, подарили ребятам сладкие подарки. Мария Илчан, Николай Сидоров, События.